Всем привет! Вы на канале Акварелька. Сегодня мы в Фикс Прайс магазине. Смотрите, завезли много разных сувениров на подарки к 8 марта, Международному женскому дню. Я уже показывала на своем канале эти товары. Ну вот, смотрите, в магазин для гостиницы Черемшан города Дмитровград тоже завезли наборы подарочные. Красивые открытки по 11 рублей в таких нежных акварельных тонах, очень приятных. Ручки, блокноты, фоторамки. Все такое красивое. Ой, какой блокнотик, смотрите, классный, с улиткой. Улитка объемная, сердечко объемное. Интересно, они все, вот смотрите, разные здесь цвета, но рисунок вроде один. Такие вот блокнотики. 199 рублей. Ой, какие красивые блокноты, смотрите. По 199 рублей с такими подсолнухами. Красота. Но там еще есть и другой рисунок. Вот. Такой синенький. Ой. Все, сейчас повешу назад. В общем, красота. Вот эти кружки, они с зеркалом. Наверху крышка, заворачивающая с зеркалом. Я уже такие показывала. И приятные, нежные бокальчики. Тоже в таких красивых цветах. По 149 рублей. Все, двигаемся дальше. Я сегодня уже набираю разные подарки. Ну, у меня подарки практичные. Колготки хлопковые бабушки, носочки теплые, шерстяные. У меня вот такие подарки. Да, вот здесь вот сумочек я не вижу. Вижу только вот такие, такого плана маленькие сумочки. Вот они. Это одна оливковая через плечо ремешок. А были еще другие. Ну, вот в этот магазин я смотрю, еще их не завезли. У меня на канале есть вот предпоследнее видео именно по фикс-прайсу. И красивые кошельки завезли. То есть в этом магазине пока новинок таких нету. Нет, кошельки... Вот они, кошельки новые есть, да. По 199. А сумочек я не вижу. Пояс поддерживающий 199 рублей. Такой вот спортивный. Снижает нагрузку на позвоночник, поддерживает мышцы спины и моделирует фигуру. Какие красивые ногти по 99 рублей. Горошек с сердечком. Возьму такие. Щетка для умывания по карте 68 рублей. Вот эта вот. Но она такая силиконовая. Продукты вон завезли, хлебцы какие-то зеленые, пользующиеся спросом. Так, давайте дальше посмотрим, что здесь интересного. Вот такие лампы настольные. Ну, много разной мелочевки по доступной цене. Светильники, налобный аккумуляторный фонарик 199 рублей. Вот еще вот такой вот вариант. И такой, три вида пока нашла. Так, дальше смотрим. Пряжа подмосковная 149 рублей. Так, деревенька, 100% шерсть. Ну да, она чувствуется шерстяная. Здесь 80 грамм, Россия изготовлена. Вот они здесь, посмотрите, цвета есть разные. Также вот сельский мотив, пряжа. А, это летняя, смотрите, летняя 99. Так, а вот это вот тоже 99. Еще вот такая мягкая
шерсть, сельский мотив. Ну, все по 99. Вот такая вот только 149. Она здесь сразу несколько цветов. Ох, какой красивый мак, вышивка бисером. 79 рублей. Ножницы 59. Шпульки 55. Такая интересная корзина, она одна тут, и цены на нее нету. Вру, нашла. 249 рублей такая корзина, их тут две. Фейри большая бутылка, 149 рублей, 900 миллилитров. А вот такой вариант, средство для мытья посуды, 99. Маленький АОС 55, сорти 39 и АОС 99. Фруктовые здесь кислоты против жира для мытья посуды. Я брала, знаете, вот меня привлек АОС с таким дозатором удобным. Черного цвета флакон был с углем. Но запах у них, конечно, не очень приятный. Пемолюкс 55 здесь. Антинакипин имеется 55 для утюга, для чайника, для стиральной машины. Тут их несколько разновидностей. Так, вот скидочка на чистящий гель от Homestar. 10 в одном универсальный, 51 по карте будет стоить. Чистин 55. Кондиционер для белья. Здесь внутри арома капсулы. Литр 479 рублей экономный. Такой вариант. Даже вот есть со скидкой гель для стирки 68 рублей. 1400 миллилитров. Колгон 99 рублей 200 грамм. Тайский лимограсс. Сицилийский апельсин. Вот такое интересное мыло нашла. 99 рублей. Здесь две штучки в упаковке. По 138 грамм. Довольно-таки большой. Банное мыло 55 рублей. Содержит глицерин. 190 грамм. Большой кусочек. Нивея 199. Крем очень мне нравится. Приятный. Вот эти маски хорошие для волос. 59 рублей. На тканевые маски для лица есть скидочки. Вот по 47 можно купить, по 68 рублей патчи. И вот смотрите, маска с пузырьковым эффектом, очищающая, 47 рублей. Надо взять. Помолив 99 рублей, 250 миллилитров. Гель для душа. Тут разные. С клубникой, с маракуйей. И с ягодами. Да, друзья, приглашаю на свои обзоры по Faberlic. Кислородная косметика, доступные цены, гораздо качество лучше. Так, и вот по 18.30 есть перекись. Я добавляю при посадке семян воду, столовую ложку на пол-литра. И есть хлоргексидин по такой же цене. Так, и все еще не распродали вот эти вот сувениры ко дню влюбленных. И 23 февраля тоже тут имеется. Грунт 59 рублей. 10 литров. И имеется лук всего 99 рублей. Много разных семян. Так, вот это удобрение цветочное. 18 рублей, полила свои цветы. И у меня такие цветы есть, которые вообще никогда не цвели и зацвели. Наконец-то. Вот, но с пацифилом у меня все еще сидит, не цветет. То есть здесь вот очень много разных удобрений. Так, ну вот эти таблетки лучше в ленте по качеству. Ароматический диффузор 149 рублей. Лотки носовые.
65 рублей. Здесь двухслойные, 10 штучек. Вот такие интересненькие. Так, и вот такой вариант. Ой, какие красивые салфетки завезли, смотрите. Такие нежные цвета. 79 рублей. Они все такие интересные. Да, все. Вот этот зефир понравился по 149. Вкусный. Так, а печенье со злаками очень такой твердый. Не совсем понравился. А есть еще печенье сдобное. Сердца 300 грамм. 99 рублей. Веночка. Вот эти палочки вкусные. 97 рублей. В шоколаде. Золотая лилия конфеты. 55 рублей. 200 грамм. Так, возьму-ка я вот эти губки. Это посуда с антибактериальным эффектом. Кружка сито 149 рублей. Смотрите, какая кастрюлька для запекания. Но она, правда, маленькая, на 0,7 литров. 249 рублей. Боросиликатное стекло. Терка с контейнером 199 рублей. Но я купила вот там маленькую терку на ручке. Очень удобная. Но вот это вот другая 55 рублей вариант. Ковши по 199 рублей. Такое сито удобное. Вот оно как раз, знаете, оно вот это сито будет необходимо летом. Когда будем протирать разные джемы. Так, вот эта вот красивая посуда. Показывала салатник 79 и тарелки 99. Маленькая, побольше 149. Вот ценники. Такие подносики вот. 59. 149 вот такая доска. 30 на 20. А, 199, 30 на 20. В общем, вот тут внизу ценники. Это очень неудобно смотреть, конечно. Вот такой салатник веселый, летний. 149 рублей на литр 300. Так, вот красивые фужерчики уже разобрали. Вот кувшин классный. Вот такой кувшин стоит 299 на литр 350 миллилитров. Еще одна новиночка. Шейкер 199 рублей на 700 миллилитров. Там есть шарик. И вот вижу еще другие цвета. Фиолетовые. Нравится вот такой кувшинчик. Бутылочка. Называется он декантер. На 1260 миллилитров. Стоит 199 рублей. И вот еще вариант. По 199 рублей тоже с крышкой идет. А по 149 можно выбрать вот такой вариант. Веселенький. Баночки, бутылочки. Так, сгущенку брать не советую, невкусная. Одна из новиночек. Так, вот этот джем от Рика, мистер Рика, 59 рублей. Вот он вкусный. Был еще с мандарином. Здесь клубника, вишня, но вкус больше вишни, чем клубники. Лимон, имбирь. 55. Я сделала сама. Ничего сложного нету. Заварочные чайники. Новенькие. По 299 рублей на литр 25. Литр 250 миллилитров. Очень такой большой. Удобный. Так, и френч пресс. На литр 249 рублей. Имеется еще такого розового цвета. Вот такой чайник заварочный 249. И еще френч пресс на 800 миллилитров, 249 рублей. Имеется вот еще бордовый оттенок пластика. Так, ну на этом видео заканчиваю. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. Всем отличного настроения, выгодных, удачных покупок и мира на земле. Крепкого здоровья всем. Пока-пока.